приятного аппетита. Ох, горячо. О, как раз я вовремя, я не люблю, когда она слишком у меня мокрая вся, размякшая. О, кайф, химоза пошла. Помнишь, как я в прошлом году, ну, в этот, в пост вообще его хотела постоянно? Это был ужас. Вы упали. Метеор сел. Сразу все полетело в сторону. А мясо хочешь? Например, свинину запеченную или курицу. В магазин просто поедем. Вы сейчас поедете? Я дома буду. Ну, что-то ответить можешь? А? Не надо свинину. А курицу? Ничего не надо. Чудесная новость. У нас макароны всякие есть? Угу. Дофига и больше. Да. А мы макароны вообще не ели, по-моему. Да. Не, ну ели, но мало. Просто их не с чем есть, да? Просто мы их, в принципе, вообще мало едим. Не заметно, но мало едим, вообще редко готовим. Кипяток. Чеснок вообще хорошо, как бы едим. Ты сейчас чесноком ел? Да. А, и, наверное, я еще куплю на Бабидена. Купи. Шмурдяк? Или обычный. Капучино. Нет, обычный. Американо. В банке. Купи каких-нибудь конфет. Давай. Я тебя жду. Ну хорошо, хлеб как раз приготовится. Я порядок тут наведу. Ты сегодня занимался уборкой? Нет. На улице ужасно холодно. Вчера прям была весна настоящая. Лида сказала,
что у них там в Мытищах снег с дождем. У меня из-за погоды голова трещит. Ты даже без хлеба ешь сосиски? Эти помидоры, конечно, просто шикарные. Ты чай здесь будешь пить? Ничего себе, 27 тысяч километров в час, это вообще ракета, 27 тысяч километров в час, это какая-то нереальная, да, цифра? Световая скорость 300 тысяч. Представляешь себе такую, я даже не могу себе представить, вот самолет летит там, ладно, понятно, а тут 27 тысяч. Я говорю, потому что ты вот видишь и можешь понять. А это вообще даже непонятно мне это, как это. Это как если бы мне сказали, представь себе миллиард там. Даже рубли. Миллиард рублей это сколько вообще в килограммах? В комнатах. В моих кухнях. Все 27 тысяч, у нас летает медленно.
27 нужно, чтобы оторваться. Ну, они сказали, когда разгоняются. Какое вкусное это вот, вот это химозное. Вообще. Вы не представляете, какое сейчас есть путевое блаженство. Вкусное сиропитие вообще не нужны двигатель, по сути. Да, он должен просто преодолеть. Ее один раз столкнуть, и она полетит бесконечно, не заземлилась. А сколько там осталось таких? Последние. Молодец. Знаешь свое дело. Представляете, в космос люди летают. Конечно, представляете. Но вот физически. Представить, что вы в космосе на секунду. И смотреть на планету со стороны. Я бы хотела. Приятного аппетита, друзья мои. Кушайте с удовольствием.